Здрасте, здрасте, мои хорошие. Вы на канале Торсон говорит. У нас сегодня игра Valheim, и мы будем строить красивый и очень функциональный склад. Начинаем, как всегда, с пола. Я ставлю его прямо на землю. Брус не использую, так как здание будет небольшим, и дополнительной прочности нам здесь не требуется. У нас должен получиться пол шириной в 5 клеток и длиной в 4. Дальше устанавливаем обычную стену. Но углы не занимаем, так как наши ниши будут заняты сундуками, и доступа к вот этой угловой последней клетке мы иметь не будем. Там после я размещу полки и дополнительные сундуки, чтобы пользоваться ими, не заходя на склад. Чтобы у нас влезло больше сундуков, из обычного пола давайте сделаем вот такие вот полочки. А также, используя обычные стены, мы можем разделить пространство наших ниш на равные части, что поможет нам в дальнейшем лучше систематизировать вещи в сундуках. В конце ролика я покажу, как, используя таблички, можно навести полный порядок со своими вещами. Переходим к крыше. Здесь у нас ничего необычного. Сначала ставим крышу 26 градусов, затем 45 градусов. Повторяем это со всех трех сторон. Самое сложное в крыше — это всегда углы. Не всегда понятно, что лучше использовать. Вот здесь сейчас на наглядном примере я покажу вам, как я использовал два внешних угла. И мне показалось изначально это даже красивым. Однако в дальнейшем станет абсолютно понятно, что я просто не нашел нужную деталь. Теперь нам нужно расширить наш пол на внешнюю границу здания. И поставить столбики, поддерживающие свисающие углы. Также закроем технологическое отверстие и продолжим ставить крышу, но уже опять в 26 градусов. Таким образом, мы ей придадим такую вот интересную форму. Добавим крыше несколько украшательных элементов и снова возвращаемся на землю. Нам нужно добавить 4 клетки пола в длину. Это станет основой нашей ремесленной зоны в будущем. Чтобы наши стены приобрели законченный вид, мы можем использовать стену 45 градусов. Ну, по крайней мере, в меню так она называется. А выглядит как треугольная стена, которой можно подпереть крышу. Ставим стены на новый пол и вспоминаем о том, что нам нужно будет место для костра. Также я планирую здесь котел поставить. Для этого огораживаем стеной две клетки земли. Самое время поставить кровать, костер и стойку для готовки. По периметру костровой зоны ставим брусья, чтобы в дальнейшем на них опереть крышу, которая спрячет наш костер от дождя. Ну что ж, мы практически готовы доделать основу нашего дома. Для этого заканчиваем стену и крышу. Выбираем блоки 26 градусов, чтобы у нас в итоге получился перепад между нашей первой крышей и второй. Посмотрите, как это красиво выглядит снаружи. В этот момент я еще не решил, что будет на входной группе, поэтому временно доделал стену, поставил дверь и установил лесенку. Все, что вы видите сейчас на экране, это чистая импровизация. Я нигде не смотрел, ни у кого не подглядывал. Я как бы строю просто из головы. То есть я смотрю на то, что получается, прикидываю, как, что можно изменить, что выглядит хорошо, что плохо. И таким образом строю здание. Тем временем мы переходим к, пожалуй, самому интересному месту нашей постройки. Это навес над разгрузочно-погрузочной зоной. Я использовал брус 26 градусов, чтобы у нашей крыши появилась красивейшая торцевая планка. Основная сложность с этими брусьями, которые мы поворачиваем в пространстве, это попасть из точки А в точку Б. Вот как видите, у меня это не сразу получилось, но после нескольких попыток я таки добился своего. Теперь вернемся к нашей костровой зоне и наконец-то установим над костром крышу. Хорошо, что конструктор нас никак не ограничивает, в каком месте ее крепить к брусу. Мне показалось, что стоит удлинить крышу нашего навеса на одну клеточку и подпереть вот такими укосинами. Продолжаем делать красоту. Устанавливаем декоративные элементы. Здесь я решил продлить нашу торцевую планку до пересечения и водрузить на это пересечение крест. Далее я потратил несколько минут, чтобы сделать фигуру, похожую на перевернутую букву W. Сложность состояла в том, что я стоял на наклонной поверхности, и мне было довольно сложно попадать в место соединения. Кроме того, один из брусков все время отваливался почему-то.
То есть вот левый отваливается, а правый спокойный, нормально висит. Хотя все вроде дело симметрично. В итоге я попытался соорудить вот нечто подобное. Надеюсь, что это увеличит прочность. Но в итоге все равно этот брусок отваливался. И я решил оставить здесь вот такие прикольные рога. На этом основная часть работ по возведению нашего прекраснейшего склада закончена. Нам осталось только лишь разнообразить как-то его внешний вид. Но для начала мне нужно было установить парочку сундуков, так как они мне нужны были во время стройки. И так как земля имела явный наклон в сторону моря, я решил выровнять ее в уровень с нашей постройкой. Я, кстати, далеко не сразу разобрался, как работает режим выравнивания у мотыги. Опытным путем мне удалось выяснить, что она поднимает или опускает землю до того уровня, где находятся ноги вашего персонажа. Именно поэтому я и стою на полу, когда равняю землю. А мы заканчиваем полы, меняем два неправильных блока на один правильный и доделываем последний угол крыши. Подпираем его столбиком. Внутри я нашел недоделанное место, исправляю. Дальше я помолчу какое-то время. А вы посмотрите, как сильно можно изменить внешний облик нашего склада, используя бруски. А это те самые полочки, которые я обещал доделать в начале ролика. Бруски нам пригодятся и здесь, в самом красивом месте нашего склада. Но сначала давайте уберем временную дверь и поставим ее уже в правильное место. Вы только посмотрите, какого потрясающего результата можно добиться, если использовать бруски с разным наклоном, для того, чтобы сделать такую легкую воздушную стену. Как это все-таки выглядит замечательно. Я вот прям каждый раз кайфую, когда захожу на склад и выхожу из него. Нам нужно оставить для тележки возможность подъехать прям вплотную к двери склада. Поэтому вместо забора используем брусок прямо на полу, для того, чтобы как-то обозначить нашу загрузочно-разгрузочную зону. Также нам нужно будет позаботиться об освещении, так как, возможно, мы будем привозить что-то на склад ночью. Я уже установил все сундуки. Вот, сейчас покажу, как это делается. Выбираем в мебели сундук. Устанавливаем сначала два сундука вниз. Таким вот образом. А чтобы поставить их сверху, видите, так они сами не ставятся. Нам нужно будет взять деревянный пол один на один. И, соответственно, аккуратненько поставить его вот где-то здесь. Так, вторые полы сюда. Вот у нас получается такая мини-полочка. И на нее уже, соответственно, ставим два других сундука. Очень спокойно. Все это нормально ставится, без каких-либо проблем. Вот, ну и остается нам установить табличку. Здесь же в мебели у нас есть табличка. Для нее нужен один уголь и две древесины. Вот. Крутим ее тремя точками к нам. Тут будет надпись. И устанавливаем так же, вот как
остальные. Смотрим на вот эту балку. И как-то вот так ставим. Потом, нажав на использовать, мы можем сюда ввести любой текст. Вот таким вот образом. Здесь я уже поставил две бродильные бочки. Вот также дополнительных 4 сундука. Также на вот такой маленькой полочке. Вот как обещал, также установил здесь котел. Вот это все пространство у меня используется под верстаки и их улучшения. Верстаки я специально поставил поближе, чтобы ими было удобно пользоваться. Вот, а сзади поставил те улучшения, которые я уже могу поставить. И оставил место для каких-то будущих улучшений. Вот, плюс стену можно будет эту использовать. Вот это все место. Если дальше, развиваясь, нам этого места перестанет хватать, мы сможем убрать здесь вот стену. И вот сюда достроить еще помещение, где у нас будет ремесленная зона. Вот, далее. По внешнему виду, значит, я добавил здесь два флага и голову тролля. Так вот это выглядит. Поставил печки. Здесь специальные сундучки, которые удобно использовать, когда много печей, и ты собираешь, например, слитки, они очень тяжелые, не можешь идти, ты всегда их можешь быстро выложить в сундук и обрести снова возможность ходить. Дальше смотрите, какая интересная вещь. Здесь мы просто убрали кусок стены и сразу получаем доступ к руде. То есть мы можем так подходим, берем руду, несем ее в печку и таким же образом складываем слитки. Где-то здесь у меня вот слитки. Вот. Далее здесь у нас огородик и ульи. Опять же, мы собираем мед и таким же образом подходим к складу. Здесь у нас есть окошечко специальное, и таким образом мы можем этот мед сразу на склад сложить. Очень-очень это все удобно. Да, обратите внимание, что я добавил здесь вот такие полубруски. Они придали еще больше красоты нашему внешнему облику. Ну, собственно, вот такой вот получился склад. Сундуки я сюда пока ставить не стал, потому что мне они пока не нужны, но когда будет необходимость, вот сюда просто устанавливаются сундучки. Такие у нас внешние полочки. Вот, посмотрите, какая получилась красота. Это тоже вот элемента не было у нас. Вот такая вот красота. Да, и еще момент. Вот эта конструкция на потолке. То есть она, в принципе, не нужна. Дом и без нее будет прекрасно стоять. Но вот для красоты я сделал такое потолочное украшение. Смотрите, как это классно выглядит. Кровать, опять же, я перенесу в дом. Туда вот. На складе, скорее всего, ее не будет. Поэтому будет еще место здесь для каких-то нужд. Да, здесь я еще украсил все трофеями. Поставил небольшие бруски и на них вот, собственно, трофеи, которые у меня были. Ну вот, собственно, такой вот склад. Вот, но если вы досмотрели до этого места, я думаю, что вам ролик понравился. И если это действительно так, не поленитесь, не забудьте, поставьте лайк, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о следующих видео. Кстати, одним из следующих видео будет видео про постройку вот этой прекрасной пристани. Вы только посмотрите, оцените вообще размах всего этого действия. Посмотрите, какая тут сложная крыша. Смотрите, как это все сделано. Кстати, у нас тут насколько это подгнивает? Ну, грубо говоря, наполовину. Здесь, конечно, вообще инженерная мысль. Меня просто... мысли зашкаливали в голове. Вот тут я сделал такую полукруглую мансарду, веранду, не знаю. Вот здесь я планирую поставить столик, стулья, чтобы можно было завтракать. Вот так вот выглядит сама пристань. Здесь было просто очень много работы.
ролик будет раза в 2-3 длиннее, наверное, чем про склад, потому что я несколько раз это все переделывал, у меня вообще не хотела остановиться крыша. То есть это максимальная высота из этих материалов. Приходилось там очень много элементов менять. Ну, я думаю, интересно смонтирую, чтобы это было... Да, и здесь, кстати, тоже здесь было очень много попыток все это собрать. То есть, видите, оно все красное, но оно неплохо держится, но это как бы... Это максимальная высота и максимальная нагрузка. Вот, мне приходилось здесь напрягать свой мозг. На, вот такие колонны у нас стоят прямо в воде. Ну, вообще было очень интересно это строить. Вот, поэтому в следующем видео постараюсь рассказать про то, как построить такую пристань. Вот так вот у нас осуществляется проход кораблям. Этот бедолага плот у меня никак не хотел тут влезать. Я тут несколько раз перестраивал крышу, чтобы плот мог наконец-то сюда нормально заплыть. Вот, ну а по поводу склада у меня все. Вот такая вот прекрасная постройка. Не знаю, мне очень нравится, особенно вот входная группа, вот эта стенка, потолок, как это все сделано, как это выглядит. На мой взгляд, очень неплохо, достойно получилось. Берегите себя, своих близких. Никогда не занимайтесь тем, что не любите. Не откладывайте дела на потом. И никогда не сдавайтесь. А у меня на этом все. Пока-пока.